Сегодняшний рецепт я нашел вот в этой замечательной старинной кулинарной книге. Готовлю крем-брюле. Для этого мне понадобятся сливки, сахарный песок, яйца, желатин. Для начала растоплю ложку сахарного песка. Сделаю карамель. А пока нагревается сковорода, я оставшийся сахар разотру с желтками. Я отделяю желтки от белков. Теперь добавлю 3 столовые ложки сахарного песка и начну взбивать венчиком. Но перед этим обязательно залью желатин холодной водой, чтобы он разбух. Так, сахар у меня начинает расплавляться. Теперь я добавляю сливки. Поставлю на маленький огонь. Все, протираем сахарный белок с желтками. Самое главное при приготовлении крем-брюле, когда сейчас я буду добавлять взбитые желтки сахарным песком в горячие сливки, надо поставить на маленький-маленький огонь, чтобы желтки не свернулись. Я достаю размоченный желатин, отжимаю лишнюю жидкость и помещаю в смеси сливок, сахарного песка и желтка. Все, он потихонечку начинает растапливаться. Теперь нам надо его чуть-чуть прогреть, чтобы яйцо не было сырым. И будем заливать формочку. Если у вас дома нет такой креманки, ничего страшного. Можно поместить его в любую емкость, только небольшого размера. Сейчас я уберу это в холодильник буквально на 30-40 минут. Крем-брюле застыл. Перед тем, как потреблять этот замечательный десерт, надо сверху посыпать сахарный песок. Ведь крем-брюле с французского – это обожженные сливки. И обжечь сахар. Я воспользуюсь обычной строительной горелкой. Вуаля! Французский десерт крем-брюле готов. Надеюсь, рецепт вам понравился, и вы приготовите это блюдо дома. Приятного аппетита!